Обряд женихов. Невесты масаев, а это женихи. Вот они сейчас будут прыгать. Кто выше прыгнет, тот и достоин невесты.
Как они у них живут, непонятно. Идем смотреть жилище. Симосиса. Мосис. Мосис? Тимосис. Потому что я туда не помещусь. Okay, so now I take you to go to see inside about Maasai house, and then you can go and learn more about Maasai. Maasai house, I think you have to make a different material. So this is acacia tree to make Maasai house. And you have to put acacia tree and then put some like grasses and put some like cowder from cow. Говорит, что это дом, традиционный дом Маасай. Я читала. Дом сделан из нескольких материалов. Я поняла. Значит, из дерева, из травы и из глины. Okay, so my head, and then I take you to see inside. Или лепешки коровы. Можно пройти внутри. Ой, good. You from? Sorry. You from? Russia. Oh, friend? Yeah, friend. Okay, so welcome to see Maasai house. А спроси, он один здесь живет или семья? Maasai, no matches. You can make fire like this. So you can make a different material. So you... Пахнет костром. Топят эти домики внутри. Прямо без открытого огня готовят прямо на углях в самом помещении. Вот так они спят. Это местный супермаркет, типа лавка местных художников. Я купила национальные ожерелья. Даша торгуется. 150 тысяч шиллингов. 150 шиллингов. Супер. Говорит, как здесь здорово, необычно.